любые вопросы, вот что непонятно. И мне будет даже проще отвечать вам на эти вопросы, если вы мне их, конечно, зададите и напишите. Итак, дорогие друзья, всем здравствуйте. Меня зовут Светлана, и речь пойдет о компании Platin Coin. Ну, если вы меня слышите хорошо, то, соответственно, я дам немного общей информации, а вообще-то я сегодня хочу говорить о наших Minting Double Pack, о нашем новом продукте, с которым мы сейчас успешно с вами работаем. Дорогие друзья, дело все в том, что наша комьюнити растет, и мы на рынке уже более 3 лет, и наша монета достигла роста 5000%. Для чего мы все это делаем? Почему мы вышли на рынок? Что вообще мы хотим дать миру? И, конечно, вы знаете о том, что сообщество Platin Coin – это и главная задача компании Platin Coin, и миссия – это предоставить людям доступную цифровую валюту для массового использования, дать возможность получать большой доход и строить пассивный доход. И как раз тот инструмент, который у нас есть, он дает нам уникальные возможности действительно познакомить мир и рассказать им, что же такое в конце-то концов пассивный доход. Здесь, конечно, даже не важно обладать какими-то определенными техническими знаниями. Здесь участвовать в нашем бизнесе могут люди без этого технического образования, без особо, скажем так, большого достатка. То есть каждый человек может присоединиться к нашей компании и, соответственно, заработать здесь денежные средства и приобрести себе как можно больший, скажем так, большую возможность для развития бизнеса. Конечно, компания видит себя именно в криптовалютном мире, и она хочет стать там очень и очень стабильной и популярной криптовалютой. Свободно добывать, наследовать и хранить и переводить коины бесплатно, быстро и безопасно – это тоже видение нашей компании. Конечно, на сегодняшний день вы все партнеры, которые установили свои кошельки, которые установили свои фермы, вы уже смогли и сумели попробовать, как это, в принципе, все выглядит. И я знаю, что у вас вызывает восторг и восхищение именно те инструменты, которыми вы сегодня успешно пользуетесь. Сегодня компания развивает инфраструктуру, и сегодня компания залистена на многих биржах. Это всего лишь вопрос времени, когда там начнутся активно торги именно нашим Platin Coin. CoinMarketCap сегодня показывает уникальный результат. Наш Platin Coin 5 долларов, и это очень хорошее показатели. Стартовая цена, то есть стартовали мы с 10 центов, и сегодня мы уже 5 евро, 3 года на рынке, то есть больше 3 лет, рыночная капитализация 23,6 миллионов долларов, но это сегодня, конечно, на этом слайде, конечно, цифра это выглядит уже совсем по-другому. В обороте у нас всего-навсего 5 миллионов платин коинов, и общий оборот составляет 100 миллионов платин коинов, это те доступные монеты, это то количество монет, которое будет у нас на рынке. Да, мы залистены на 5 биржах, и мы работаем в 15 валютных парах. Друзья, что мне хочется сказать? Конечно, коснемся истории. Почему мы выбрали свой путь? Почему проблема рынка – это именно уникальное решение от компании Platin Coin? Потому что компания выбрала свой собственный путь развития, ушла от высокой волатильности и непредсказуемости цены. Почему она это сделала? Потому что 97% новичков теряют свои инвестиции. А это сегодня неприменимо для повседневного бизнеса. Бизнес не хочет терять свои денежные средства. Соответственно, компания выбрала стабильный лестничный рост. Мы сегодня стабильно зафиксированы на 5 евро и практически осталось совсем немного до 10 евро. Действительно, 100% новичков могут построить здесь пассивный доход. И это применимо для повседневного бизнеса, потому что наш Platin Coin будут принимать на Marketplace и так далее. То есть это выгодно абсолютно всем. Что мы делаем, в принципе, для того, чтобы у нас были чтобы мы были успешны на рынке. Мы используем такие критерии успеха, как развиваем технологии,
Технологии – это и наш блокчейн, это и наш PLC Secure Box, и наша ферма, и наши минтинг-юниты. Это все в целом, конечно же, сегодня представляет компания Platin Coin. Мы развиваем сообщество. Компания поставила перед собой глобальную цель – привлечь в нашу компанию как минимум 5 миллионов партнеров, и это сообщество постоянно растет, количество партнеров в нашей компании постоянно растет, но компания не забывает о том, что существует рынок, и для того, чтобы наш коин, конечно же, был очень сильным, нужно развивать инфраструктуру. Рынок дает свои, скажем так, сигналы, компания, соответственно, реагирует на это все, что происходит на рынке, а рынок меняется сейчас с каждым днем. Каждый день происходит что-то, и под это обязательно нужно подстраиваться. Конечно, компания развивает свою инфраструктуру, и в состав инфраструктуры входит очень много направлений. Это и marketplace. Вы можете почитать, что буквально в ближайшее время наш Platin Coin будут принимать такие платформы, как Amazon, AliExpress, eBay, и возможность приобрести любые товары со всего мира за нашу криптовалюту – это большая перспектива на будущее. И, конечно же, глобальный криптомаркетплейс работает с глобальными платформами, которые я вам уже перечислила. Покупка товаров для Platin Coin еще никогда не была такой простой, поэтому вы можете свои Platin Coin обменять на товары и услуги. Это как одно из направлений, но самое главное, что у нас будет свой обменник, это дебетовые карты, это платежные системы, это ATM, вендинговые машины, которые уже устанавливаются практически по всем странам. Это минтинговые фермы, с которыми мы с вами познакомились совсем недавно. Это посттерминалы и криптобиржи. И это всего лишь только начало. Конечно, компания, в принципе, развивает эту инфраструктуру для того, чтобы наполнить наш коин, для того, чтобы рынок был готов принимать наш Platin Coin, и, соответственно, сообщество наше будет постоянно расти. Во главе нашей компании стоит Алекс Райнхарт, это выпускник ведущего вуза Германии, это венчурный инвестор и, конечно, основатель проекта нашей компании Platin Coin. Действительно, на сегодняшний день он, как и многие те, кто хорошо разбирается в IT-технологиях, говорит о том, что он верит в потенциал технологии блокчейн и что будущее денег – это цифровая валюта. На самом деле рынок, с которым мы познакомились с вами несколько лет тому назад, мы являемся, скажем так, свидетелями того, что произошло на рынке криптовалют 2017 года. 2017 год – это год роста и высокой устойчивости крипторынка. И, конечно, многие люди в 2017 году узнали о криптовалюте. Почему они узнали? Да потому что биткоин показал такой колоссальный рост, но на самом деле высокая волатильность и такие колебания привели к тому, что после этого высокого роста биткоин, конечно, резко упал, и по сегодняшний день он еще не может набрать или достичь тех самых оборотов, которые были в 2017 году. Но мир узнал об этом, мир понял, что криптовалюта есть, что она работает, как она работает, поэтому многие партнеры, приобретая криптовалюту, конечно же, рассчитывают именно на то, что получают доход от того, что растет монета, и, соответственно, если вы приобрели по более дешевой цене, продали по более дорогой, то вы получили своего рода профит. И дело все в том, что здесь все владельцы криптовалюты не получают никаких дополнительных материальных выгод, кроме самого факта владения монеты. Остается только ждать, когда монета вырастет в цене и, соответственно, ее продать. Многие партнеры, которые являются обладателями той или иной криптовалюты, конечно же, они привязаны к этому рынку, привязаны к этим торгам, привязаны к биржам, потому что постоянно наблюдают, что там происходит, растет монета.
станет или падает. Это, конечно, очень сложный процесс, поэтому компания Platin Coin выбрала вообще свой собственный путь развития. И сегодня мы будем работать с вами именно с тем инструментом, который нам любезно предоставила компания Platin Coin. Какое направление вы лично выбираете в компании Platin Coin, это, скажем так, ваш выбор. Вы являетесь активным партнером или вы являетесь, простите, пассивным участником, это опять же ваш выбор. Дело все в том, что активный партнер, он приобретает и сам наши, допустим, продукты и, конечно же, приглашает людей, которые активно принимают участие в построении команд, в развитии и продвижении компании Platin Coin и так далее. Пассивный участник – это тот, который присоединился, приобрел для себя тот или иной продукт и, соответственно, наблюдает, что происходит, растет монета в цене или не растет. Ну, соответственно, так как наша монета показала очень хороший рост, а я всегда говорю, что за 3 года это очень даже хороший рост. Но для того, чтобы монета росла быстрее, это все, конечно, зависит не только от компании, это еще и много зависит от нас. Итак, дорогие друзья, с чего нам начать? Как нам развивать свой собственный бизнес в компании Platin Coin? Мы с вами активные партнеры компании, и мы, соответственно, хотим получить как можно больше преимуществ. Что мы должны сделать? Ну, во-первых, нам компания говорит, что у вас есть возможность 100% мобильного пассивного дохода на основе блокчейн. Дело все в том, что Platin Coin – это массовая криптовалюта и инструмент для бизнеса. Platin Coin первым в мире уникальным образом объединяет пассивный доход и плюс еще и нетворк-маркетинг и передовые технологии блокчейн. Что вам необходимо сделать? Ну, вам, во-первых, необходимо, конечно же, иметь у себя в арсенале смартфон. Это тот инструмент, который позволит вам зарабатывать или получать пассивный доход. Вам, конечно же, необходимо стать частью нашей растущей индустрии, то есть, конечно же, зарегистрироваться и присоединиться к компании, выбрать тот или иной продукт, у нас их 7. И, соответственно, что нужно сделать? Просто подключите ваш смартфон к блокчейну, дайте ему возможность зарабатывать вам профит каждый день на пассиве в течение следующих 10 лет. И вот мы с вами подошли к нашему самому главному продукту. Это наш Minting Double Pack, это прибыль на прибыль. Давайте мы посмотрим, как этот продукт работает и... Многие партнеры задают очень много вопросов, как же я буду работать с этим продуктом. Особенно это происходит, конечно же, с новичками. Дело все в том, что наши минтинг-юниты, они появились в начале, в самом-самом начале. И, конечно, мы с ними отработали успешно практически 2 года. А сейчас у нас появился Minting Double Pack. Это комбинация из лучших продуктов компании Platin Coin. Нашим самым успешным продуктом это был Minting Unit, который за последние 2 года из месяца в месяц бил собственные рекорды продаж. Ну, согласитесь, это правда. Именно он стал билетом в криптомир для сотен тысяч наших партнеров. Его логичным продолжением стал инновационный Power Minter, то есть наша ферма. Вот эта ферма как раз и позволяет формировать на криптовалюте пассивный доход. Дело все в том, что благодаря обновленному блокчейну, который стал основой Power Minter, то есть нашей фермы, пользователи Platin Coin получили новый уровень безопасности. Минтинг на 100% сосредоточился в руках пользователей. Вы только сами себе представьте, какую уникальную технологию компания подарила нам в наши собственные руки. У них есть, то есть у нас с вами есть возможность наблюдать за изменением баланса прямо с экрана смартфона. Пользователи могут свободно добывать, тратить, переводить, хранить, наследовать свои монеты и совершать другие операции дешево и быстро и безопасно. Дорогие друзья, дело все в том, что у вас в личном кабинете появилась такая кнопочка, которая как раз и дает вам возможность. А вы знаете, вот на самом старте, даже 2 года работы компании у нас такого не было. Сейчас особенно привилегированы те партнеры, которые к нам присоединяются и видят эти все колоссальные преимущества. Дело все в том, что у вас на балансе появилась
кнопка выплаты, вы можете спокойно переводить платинкоины, которые вышли вам из ожидания в доступный баланс, вы можете спокойно переводить на ваш кошелек. Достаточно нажать на кнопочку выплаты и указать, что вы переводите на ваш кошелек. Это минтинг или это бонусы, которые вы тоже сегодня успешно зарабатываете именно в платинкоинах. Друзья, что я хочу сказать? Дело все в том, что для того, чтобы успешно переводить ваши платинкоины из доступного баланса, то есть ваш минтинг на ваш кошелек или бонусы на ваш кошелек, первое, что необходимо сделать, это, конечно же, пройти процедуру скачивания кошелька и привязки кошелька к личному кабинету. Иногда я говорю партнерам, нужно залогинить личный кошелек с личным кабинетом. Человек не понимает. Значит, я просто говорю, как говорится, по-русски. Вам необходимо сделать привязку вашего кошелька к вашему личному кабинету. Делается она очень просто. При установке кошелька вам необходимо указать вашу почту и ваш пароль именно в личный кабинет компании PlatinCoin. Все, первую процедуру вы сделали. Ваш кошелек отразится. Тем более сейчас он отражается. Когда вы нажимаете на ферму и обновить, то ваш Mind Wallet находится в правом верхнем углу вашего личного кабинета. Нажимаете на глазок, отражается ваш кошелек. Все супер, вы молодцы, вы все сделали правильно. Все, кошелек готов. Начинаете скачивать приложение вашей фермы. Там есть одна тоже очень важная деталь. Там ферма просит указать ваш главный кошелек. Друзья, вот здесь вам будет предложено на этом этапе два шага. Или вы указываете тот кошелек, который основным, тот кошелек, который вы привязали к личному кабинету, или вы все-таки делаете основным кошелек какой-то другой кошелек, да, на который вы будете выводить ваши платинкоины, который будет приносить вам ферма по минтингу. Это тоже очень важная составляющая, поэтому на этом этапе обратите внимание, какой выбрать кошелек главным, чтобы не запутаться. Соответственно, для того, чтобы увидеть кошелек вашей фермы, вам действительно легко и просто его обнаружить. Когда вы зайдете на вторую страничку и увидите вкладочку такую Power Mentor, вот где вы нажимаете на кнопочку «Обновить», потом вы выходите и появляется кнопка «Пополнить мою ферму». Как только вы нажимаете на эту кнопочку, у вас высвечивается адрес вашей фермы. Ферму тоже необходимо привязать к вашему личному кабинету. И вы знаете, когда сейчас начинаешь выводить там или платинкоины, или бонусы на кошелек, ну, слушайте, ну, это просто песня, это просто сказка. Это все так классно. Все так здорово придумано, друзья. Надо просто оценить по достоинству, что огромное количество людей, мы не знаем, сколько людей сидело за тем, чтобы нам с вами предоставить вот это великолепие, вот это удобство для вывода. А когда-то мы с вами проходили очень сложную процедуру, мы верифицировали свой кошелек, мы подкрепляли это все документально, мы делали, чтобы наш кошелек попал в белый список. Посмотрите, какой сложный и непростой путь мы с вами уже прошли. А сегодня мы уже практически про это забыли. Появляется кнопка, и мы про это забыли. Сегодня у огромного количества партнеров уже фермы, которые они успешно заполнили, они показывают процесс минтинга. Маленький всего процент остался от того, у кого минтинг еще на ферме не отражается. Это вопрос времени, когда компания эту ошибку исправит. И как мне однажды сказал молодой человек, это все исправит, и вы забудете, что это когда-то было. Действительно, все мы с вами сделали, все мы с вами установили, и кошелек, и ферму. Если есть у кого-то какие-то вопросы по этому поводу, вы тоже пишите. И начинаем работать с нашим продуктом. Как мы начинаем работать с нашим продуктом? Вот у нас 7 продуктов, 7 наименований. Вы должны просто понимать, что вот этот вот продукт, он состоит из двух продуктов. Именно того первого продукта, который
с которым мы отработали 2 года, и плюс вы к этому продукту получаете вашу ферму в подарок. Друзья, если здесь есть партнеры, которые обращались ко мне с вопросами, у многих часто возникает вопрос следующего характера. Как только вы заходите в ваш личный кабинет, нажимаете на кнопочку «Buy», выбирая тот или иной наш новый Minting Double Pack, то, конечно же, Minting Unit у вас встает сразу, да, вы видите его в личном кабинете, но лимит фермы не увеличивается. Так вот, я вам хочу сказать, чтобы вы помнили и передайте всем своим партнерам, что ферма, подарок, встает вам через 24 часа. Но я беру 24 часа, то и через сутки вы ее увидите, и лимит вашей фермы увеличится. Поэтому не волнуйтесь, не переживайте и не беспокойтесь. Дело все в том, что наш Minting Unit прошел, когда мы с ним работали, прошел проверку регуляторов, адвокатов, после чего мы получили одобрение. Мы изначально начали работать легально. Я думаю, что это уже ни для кого не секрет. Работа Minting Unit заключается в том, что вы арендуете сервер, и этот сервер минтит вам каждый день в течение 3 лет, то есть 36 месяцев. Поэтому, друзья, вы должны понимать, смотрите, вы приобретаете тот или иной Minting Double Pack. Первый продукт, который вы получаете, который это наши Minting Unity, вы должны понимать, вот здесь все расписано, что он работает на протяжении 3 лет, то есть 36 месяцев. 36 месяцев он минтит вам определенное количество платин коинов. Все зависит от того, какой Minting Unit вы для себя выбрали. Если вы выбрали за 107 евро, то в результате аренды и в результате минтинга через 36 месяцев вы получите 23 монеты. Если вы выбрали за 268 евро, вы получите 63 монеты. Кстати, приобретать сегодня Minting Double Pack вы можете как за евро, так и за платин коины. Это очень выгодно. И опять же, компания пошла навстречу всем партнерам, дав такую возможность покупать наши Minting Double Pack за платин коины. Как это происходит? Дело все в том, что у нас в компании очень много партнеров, которые присоединились на старте. Конечно же, у них были бизнес-пакеты, с которыми они успешно работали. Эти бизнес-пакеты дали им возможность получить гораздо большее количество платин коинов на старте. Такова была программа, и все партнеры, которые поверили в компанию, присоединились на старте, и которым удалось приобрести наши платин коины по 10, 20, 30, 40, а может быть 50 центов, они успешно приобрели для себя наибольшее количество платин коинов. Поэтому сегодня они все участвуют тоже в процессе минтинга, и все они участвуют в процессе вывода платин коинов согласно именно процедуры минтинга. Об этом вы можете почитать у нас на блоге. Если у меня сейчас останется время, я этой темы коснусь. Итак, дорогие друзья, вы имеете в наличии у себя евро на Advocash, или вы имеете у себя денежные средства, переводите их через банк, или вы имеете достаточное количество платин коинов, вы можете себе приобрести Minting Double Pack. Для чего сегодня выгодно приобретать Minting Double Pack? Потому что то количество платин коинов, которое у вас успешно хранится или в личном кабинете в доступном балансе, если вы еще не создали свои кошельки, или вы их успешно перевели на ваш кошелек, но у вас нет фермы. Да, подарочную ферму на 74 платин коина получили абсолютно все партнеры, и старички, и те, которые присоединились на этапе, и те, кто присоединяется сейчас. До определенного момента сейчас уже, конечно, нет такого подарка для партнеров. Друзья, вы успешно все заполнили эту ферму на 74 платин коина. Эта ферма будет работать на протяжении 10 лет, если вы успеете
ее заполнить, подарочную эту ферму, заполнить до 22 марта, то, конечно же, она будет работать 10 лет, и в результате она принесет вам 222 платинкоина. Заполнили вы эту подарочную ферму, а что делать дальше? У вас платинкоинов гораздо больше, чем эта подарочная ферма. Что необходимо сделать? Конечно же, необходимо увеличить лимит вашей фермы. Каким образом вы это можете сделать? Вы можете приобрести минтинг дабл пак, то есть, соответственно, вы приобретаете для себя двойную выгоду. Во-первых, вы получаете минтинг юниты, то есть, приобретая минтинг дабл пак, вы получаете первый продукт, это наши минтинг юниты, которые в течение 3 лет, в зависимости от того, какой вы сегодня приобретете минтинг дабл пак, принесет вам такое же количество платин коинов. То есть, если вы приобрели за 107 евро, то вы через 36 месяцев получите 23 платин коинов, если за 268 – 63, если за 535 – вы получите 133 платин коина, если за 1070 – вы получите 280, если за 2675 – вы получите 738 платин коинов, это только по минтингу в течение 3 лет. И, конечно же, наши самые покупаемые минтинг юниты, это за 5350 и 9951, который и обеспечит вам максимальное количество платин коинов. Это сегодня, конечно, роскошное предложение от компании, потому что в дальнейшем уже такого получить будет невозможно. И вот эти 3013 платин коинов, если вы приобрели, например, платин, то, конечно же, эти 3013 платин коинов, которые будут выходить вам в течение 36 месяцев на протяжении 3 лет в доступный баланс, их нужно куда-то разместить. И вот сегодня партнер сегодня зашел, зарегистрировался, присоединился и сразу купил себе за 9951 этот платин. Что он получает? Вот смотрите, все так легко и просто. Он знает, что ему в течение 3 лет придет 3013 платин коинов. Уже с первого месяца, с первого дня, как только он увидит у себя в доступном балансе какое-то количество платин коинов, 1, 2, 3, 10, 15, он сразу же имеет возможность отправить эти платин коины в свою ферму, то есть сначала вывести на кошелек, из кошелька завести в ферму. Ну, вы знаете, есть определенный регламент, есть определенная последовательность, сразу 3013 платин коинов. Вы не переведете в эту ферму, потому что некоторые пишут, я получил 3013 платин коинов, а почему я не могу их перевести сразу в ферму? Друзья, открываете блог, читаете всю информацию, потому что 3013 платин коинов, вы их получите в результате минтинга через 36, в течение, я бы сказала правильно, 36 месяцев. Учитесь работать правильно, учитесь понимать наш продукт правильно и пользоваться инструментами правильно. И когда вы получаете эти ваши платинкоины, вы успешно выводите их на кошелек, из кошелька вы переводите их в вашу ферму, и они начинают работать. И у вас идет такая взаимосвязь. И этот продукт работает, он вам дает, вы переводите и отправляете, вот представляете, вот такой, да, по стрелочке, отправляете в ферму. Этот каждый месяц приносит, допустим, по 87 платин коинов. И ферма дает вам 30% годовых, это где-то приблизительно, может быть, 2,4% в месяц. Посчитайте, пожалуйста. И, соответственно, вы тут же через месяц получаете эти проценты, они выходят вам на кошелек, вы их опять отправляете в эту ферму. Нет, хочу больше. И эти платин коины, этот профит вы опять загоняете в ферму. Все время говорю, все время сама себе делаю замечания. Надо остановиться без эмоций, рассказать партнерам, чтобы поняли. Вы знаете, на самом деле продукт настолько
великолепен, настолько уникален. Сколько мы будем работать с этим продуктом, я вам ответить на этот вопрос не могу. Это не в моей компетенции, но дело все в том, что сегодня, именно приобретая наши Minting Double Pack, вы оказываетесь в двойной выгоде. Во-первых, этот продукт работает 3 года, да, есть партнеры, которые и по сегодняшний день присоединяются и говорят, а сколько работает ваша компания, а как вот через год она будет, а как да вот ты приобрел оборудование, которое будет работать 3 года, а ферма работает 10 лет. А какие вопросы? Никаких вопросов нам уже таких никто не задает. Мы легально работаем на рынке, нас никто за руку не хватает, тем более вы все знаете о том, что наш генеральный директор проехал уже много-много стран, и его никто не остановил, потому что регуляторы говорят, нет, ребят, продукт серьезный, у них есть блокчейн, у них есть инструменты для работы, у них есть технологии, они развивают инфраструктуру вокруг своего коина. О чем речь? Нет, конечно, пусть работают, потому что они выбрали для себя такую миссию сделать каждого человека абсолютно состоятельным, и, конечно, они открыли такую возможность именно пассивного дохода. Друзья, ну я надеюсь, я просто уверена в этом, что вы, наверное, уже познакомились с огромным количеством компаний, которые тоже рассказывают вам о пассивном доходе. Но когда мы видим скрины наших партнеров и когда мы просчитываем пассивный доход, который человек обеспечил себе на старте работы компании, приобретая не за 107, не за 268, а сразу приобретая за 9951 или 5350, вот и получилось, что у тех партнеров, которые стартанули очень хорошо именно на такие бизнес-пакеты у них сегодня, получилось огромное количество платин-коинов в... Огромное количество платин-коинов именно на балансе. Они сейчас находятся у них в ожидании. Сейчас формула, которая, в принципе, есть, называется она именно информация о переводе платин-коинов из пендинга в доступный баланс, эта информация была еще распечатана 3-го, вернее, на блоге размещена 3 июля 2018 года. Я вам очень рекомендую, друзья, потому что задают вопросы, почему у меня столько монет на балансе, да, но я получаю гораздо меньше по минтингу, чем я должен получать. Это большая ошибка и большое заблуждение, потому что вы считаете от количества монет, а компания считает от количества вложенных денежных средств. Поэтому в компании идет все ровно, все идет так, как оно должно быть. Я постараюсь на следующем вебинаре рассказать вам подробно, как этот процесс и как эта система работает. Я сегодня подготовила этот материал, но хочу вам дать четко с пониманием, чтобы, как говорится, без сучка и без задоринки. Поэтому, друзья, вы должны понимать, что в доступный баланс по минтингу вам выходит все абсолютно правильно. Но у вас, у каждого есть уникальная возможность. И в этой статье есть калькулятор, как правильно рассчитать именно выход платин коинов в доступный баланс. Вы берете именно те бизнес-пакеты, которые вы приобретали, минтинг-юниты, которые вы приобретали, или ваши дабл-паки, то, соответственно, вы можете спокойно рассчитать, какое количество платин-коинов должно вам выходить ежедневно в доступный баланс. Поэтому не путайтесь, не переживайте, никто никоим образом вас обмануть не хочет. Самое главное, моя сегодняшняя задача, это, конечно, объяснить партнерам, как им правильно работать с нашим продуктом, с нашим инструментом. Теперь, что я хочу сказать. Приобрели вы Minting Double Pack, приобрели, спокойненько получаете определенное количество монет по минтингу, переводите на кошелек, из кошелька переводите в ферму, запускаете процесс минтинга и начинаете зарабатывать ежегодно 30% годовых. Но, увы, к примеру, вы приобрели Minting Double Pack за 9951. Ну уж больно мне нравится этот Minting Double Pack, да и всем он нравится. Через 36 месяцев вы
Опять же, неправильно. В течение 36 месяцев вы получаете 3013 платин коинов. Ежемесячно вы получаете 87,3, по-моему, монеты. Да, если я помню еще. И, соответственно, что вы начинаете делать? Вы эти монеты переводите в вашу ферму. Итак, прошло 3 года, вы получили 3013 платин коинов. И, соответственно, тот процент, который вы получили на то количество платин коинов, которое у вас было загружено в эту ферму, но до максимального количества вам платин коинов не хватает. Ну, как-то не есть хорошо. Как-то все-таки на 6700 получается в год 1995 платин коинов, а в результате через 10 лет более 20 тысяч платин коинов. Ой, а у меня здесь всего 3013. Как-то не есть хорошо. Что нужно делать? Нужно срочно бежать и искать эти платин коины и постепенно загружать вашу ферму до полного, до максимально разрешенного количества в данной ферме. Обратите, пожалуйста, внимание, каждая ферма имеет, каждый минтинг дабл пак имеет вот определенное количество загрузки. То есть, если вы приобрели за 107 евро, то ваша ферма максимально позволяет загрузить туда только 74 платин коина. Если вы делаете апгрейд, можно сделать апгрейд и вашими платин коинами пополнить вашу ферму, можно сделать, обновить и купить другой минтинг дабл пак, который позволит вам увеличить вашу ферму. Но монеты эти вы можете в дальнейшем и сейчас уже приобрести на бирже, вы можете приобрести в тех чатах, где уже партнеры продают свои свободные платин коины и пополнять ими вашу ферму, то есть забивать ее до отказа. И, соответственно, каждый раз ферма будет приносить вам каждый год на протяжении 10 лет определенное количество платин коинов. То есть вы, это количество несложно себе посчитать. То есть вот максимально каждая ферма принесет вам, например, ферму, которую вы заполнили сейчас 74 платин коинами, через 10 лет даст вам вот такой профит 222 платин коина. За 268 минтинг дабл пак принесет вам и 63 платин коина. И если вы максимально загрузите его на 185 платин коинов, то через 10 лет вы получите 555 платин коинов. Маленькие минтинг дабл паки, маленькие и, конечно же, маленькое количество. Но 555 платин коинов при курсе в 5 евро дают одно количество, а при курсе в 10 евро это уже совсем другая цифра. А когда будет 250, 500 или 1000 евро, это, соответственно, уже другие возможности и другие перспективы. Дорогие друзья, дело все в том, что поэтому мы всегда на всех вебинарах обращаем ваше внимание именно на вот эти вот минтинг дабл паки и в прошлом эти минтинг юниты за 5350 и 9951. Конечно, через 10 лет 20 тысяч 100 платин коинов, да плюс ваши 6700 платин коинов, которые на протяжении 10 лет будут лежать, это тело никуда не денется. Оно тоже принадлежит вам. И представьте себе, 26800 платин коинов, да при курсе даже в 10 евро, да при курсе даже в 250 или 50 евро принесут вам именно те желанные, может быть, цифры, которые вы себе запланировали сегодня. Потому что каждый человек сегодня, просчитывая, покупая тот или иной митинг дабл пак, вы должны четко себе представлять, каким будет ваш результат, какое количество денежных средств вы можете получить для себя, для своей семьи в будущем, что вы можете передать вашим детям, вашим внукам по наследству. То есть это как раз
тот самый пассивный доход, о котором мы много говорили, о котором мы много мечтали. Конечно, сегодня те партнеры, опять же, которые присоединились на старте, они успешно заполнили каждую свою ферму, увеличили ее, сделали апгрейд или докупили новые минтинг дабл-паки, потому что ферма у нас, по сути, одна. То есть вы должны понимать, да? Вы просто можете увеличивать лимит этой фермы. Поэтому, конечно, каждый партнер, у которого большое количество платин-коинов уже вышло в доступный баланс, они успешно заполняют фермы и получают сегодня очень хороший профит. Этот профит дает им возможность уже смотреть на этот мир совсем другими глазами. Итак, дорогие друзья, конечно же, не забываем о том, что у нас с вами есть определенные шаги, которые мы должны с вами сделать. Как начать получать пассивный доход? Ну, первый шаг, это если есть у нас новички, конечно же, необходимо зарегистрироваться, и вы можете также давать свою реферальную ссылку для того, чтобы приглашать участников в нашу компанию. Вы можете добывать, то есть купили тот или иной митинг дабл-пак на сегодняшний день и уже начинаете добывать. Вы приобретаете его и увеличиваете до максимума ваш ежедневный доход. Сами решаете, какой митинг дабл-пак для вас приобрести. Делайте эти шаги, вы ни о чем не пожалеете. Потому что те люди, которые присоединились на старте, им было гораздо, может быть, сложнее на каком-то этапе. Хотя сказать так, что лидеры, которые присоединились, они еще ни разу ни о чем не пожалели, потому что то, что произошло уже сегодня в компании Platinum Coin, это уже заслуживает огромных слов, больших слов благодарности. И, конечно же, добывайте как можно больше, заполняйте коинами ферму, увеличивайте свой пассивный доход. Заполнять вы можете эту ферму вашими личными Platinum Coin'ами, вы можете заполнять ее за фиат, то есть пополнять со 2 кэш, вы можете приобретать эти Platinum коины на биржах и, опять же, заполнять вашу ферму, заполнять ее по максимуму. На сегодняшний день я бы, в принципе, могла сказать, что особенно никто не хочет тратить свои платин-коины, потому что партнеры, которые работают активно в компании, помимо того, что они получают платин-коины в доступный баланс, они еще и имеют возможность получать или зарабатывать комиссии за каждый проданный минтинг дабл-пак. То есть, конечно, вы можете зарабатывать эту комиссию, начиная с продажи первого минтинг дабл-пака. У нас работает маркетинг-план, который дает щедрые комиссии. Если вы приглашаете в себе партнера в первую линию, и он приобретает тот или иной минтинг дабл-пак, вы зарабатываете 20% со всех ваших лично приглашенных партнеров, которые приобрели именно минтинг дабл-пак на сегодняшний день. Если они начинают приглашать, вы начинаете зарабатывать 10% со второго уровня или со второй линии. Они, соответственно, зарабатывают свои 20%. И начиная с 3 по 7 уровень, вы зарабатываете 4% в глубину, и с 8 по 11 вы зарабатываете 1%. Это командный бонус. Директ-бонус очень хорошо стимулирует всех партнеров сегодня приглашать, конечно же, к себе в первую линию, в первый уровень. Сегодня уже огромное количество партнеров у нас закрыли высокие ранги, и сегодня получили, помимо того, что они получили свои премии, они получили еще и от компании такое же количество платин-коинов, как и премия. Ну, вот сейчас, например, по новому маркетинг-плану, если вы зарабатываете или закрываете ранг бриллианта, вы получаете премию в размере 2000 платин-коинов. Премию вы получаете в платин-коинах. Ничего абсолютно страшного здесь нет. Смотрите, как это круто. И, соответственно, вернее, друзья, вы получаете премию в евро, извиняюсь, вы получаете премию в евро и вы получаете в подарок 2000 платин-коинов от компании в подарок за закрытие того или иного ранга. Бриллиант даст вам премию 5000,
и 2000 платим коинов в подарок. Голубой бриллиант 10 тысяч евро премия и платин коинов 5 тысяч. И, соответственно, по нарастающей. Сегодня у нас уже закрыт ранг платинового бриллианта. Это премия 1 миллион 200 тысяч евро и 1000 платин коинов от компании в подарок. Конечно, каждый из вас имеет возможность, соответственно, строить свой собственный бизнес и приглашать партнеров. Что особенно еще я хотела сегодня напомнить, потому что в ваших личных кабинетах, посмотрите, пожалуйста, внимательно. Многие партнеры уже на это не обращают внимания. Не забывайте, пожалуйста, про динамическую компрессию. Потому что если партнер где-то в глубине приобретет митинг Double Pack, а вы не были сами активны, бонусы поднимаются вышестоящему спонсору. Поэтому вот здесь вот представлена без компрессии, вот здесь представлена компрессия. Потому что вот этих автоматические бонусы не получают, они остаются также в вашей структуре, никуда они не денутся, они бонусы не получают, этот бонус поднимется или комиссия поднимется вышестоящему спонсору. Посмотрите, сколько дней у вас осталось активности. И, конечно, дорогие друзья, мне хотелось бы особенно остановиться на том, что компания сегодня активно работает для вас, ну и, соответственно, не забывайте и вы сделать все возможное для того, чтобы нам как можно быстрее выйти на 10 евро, а там дальше на 50 и дальше на 250 и 1000 евро. Platin Coin работает для вас, это настоящее богатство, это возможность жить на проценты без необходимости работать. И вы знаете, сегодня, если задать вопрос вот тем партнерам, которые выставляют свои скрины, вы видите их на этих скринах, отлично показан процесс минтинга на ферме. Конечно, вы, если посчитаете, то доход уже даже по такому минтингу составляет где-то в пределах 120-160 тысяч рублей, я просто на рубли переводила, и поверьте мне, это действительно достойный доход ежемесячный, но это только маленькая верхушка айсберга, а представьте, когда все платинкоины перейдут в доступный баланс, когда рынок будет готов принимать эти платинкоины, когда, конечно, заработает marketplace, когда заработают все биржи, когда вы получите дебетовые карты, когда заработают криптоматы и посттерминалы, то, конечно, востребованность в нашем платинкоине будет огромная, она будет просто колоссальная. Поэтому рост монеты, он не заставит себя ждать. Хочется особенно остановиться на тех выездных презентациях, которые сегодня активно идут по всему миру. Наш генеральный директор проехал уже огромное количество стран, и этот список не уменьшается, потому что не забывайте, что скоро, 15 февраля, презентации пройдет в Киеве, обязательно, кто может приехать, конечно же, приезжайте. И, соответственно, присоединяйтесь к тем презентациям, которые сегодня активно проводят казахстанская структура практически по всем городам и областям Казахстана. Лидеры активно работают, рассказывают о наших новых продуктах и предлагают эти продукты партнерам. Партнеры, конечно же, активно реагируют на наш продукт. Поэтому, друзья, вы посмотрите, пожалуйста, на этот график. То есть, смотрите, Южная Корея уже была, 5 января Турция, 9 января Филиппины, посмотрите, 15 февраля Украина. И это только начало. 11-12 апреля Мексика, Колумбия, Эквадор, Перу. Друзья, эти все страны посещает наш генеральный директор. И когда он туда приезжает, соответственно, там уже готовые структуры, которые с нетерпением ждут. С нетерпением, почему? Потому что хотят увидеть самого человека, который подарил миру эту уникальную возможность. Такого продукта в мире абсолютно нет. Посмотрите, покажите, поищите.
если кто-то не верит, но такого продукта, как у нас, который дает вам возможность создать такой пассивный доход, его в принципе нет. Поэтому, друзья, все, что от нас зависит, все, что мы с вами должны делать, это продвигать, конечно, наш продукт на рынке и, соответственно, дать каждому партнеру возможность правильно разбираться в нашем продукте, как он работает, где и каким образом он может приобрести платинкоины для того, чтобы максимально заполнить свою ферму и максимально получать этот профит. Поэтому, когда человек разберется, у него будет минимальное количество вопросов, а сомневаться в нашей компании уже не приходится. Много было таких, скажем так, желающих, которые сеяли разного рода, скажем так, недостоверную информацию, но сегодня мы уже на это не обращаем внимания. Нас интересуют совершенно другие вещи. Как создать свой собственный пассивный доход, как об этом рассказать, как увеличить наше комьюнити и как предлагать наш продукт на рынке. Ну вот, в принципе, и все, что я вам хотела сегодня рассказать, дорогие друзья. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Да, 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 здравствуйте. IT-специалистам компании огромный респект. Я бы тоже так сказала, прям просто. Вот вы знаете, сейчас, когда мы все эти переводы делаем, вот представьте, да, из доступного баланса вы переводите, есть двухфакторная аутентификация, вы нажали на кнопочку «Вывести платинкоины» или «Вывести ваши монеты по минтингу». Вам приходит письмо на почту, вы подтверждаете, там приходит код, вы подтверждаете, и в течение определенного времени все равно вы получаете эти платинкоины к вам на кошелек. Получили на кошелек, что дальше делать? Да все очень просто. Как можно быстрее загоняете их туда, в эту ферму, как можно быстрее. И вот этот вожделенный, конечно, долгожданный процесс запускается минтинга уже фермы. И ферма показывает вам успех. И там успех, и здесь успех. Это просто супер. Я не знаю такого продукта на рынке. Честное слово, друзья. Спасибо вам огромное за обратную связь. Друзья, давайте вопросы. Давайте, или вы заслушались, не писали вопросов, или что-то было непонятно. Но самое главное, друзья, давайте настроимся на то, чтобы доверять компании по максимуму, чтобы быть терпимыми и, соответственно, на многие вещи, которые вызывают споры, не обращать на все остальное внимание. Поэтому, друзья, храните ваши платинкоины именно в ваших фермах, запускайте их и как можно быстрее зарабатывайте этот профит с помощью наших технологий, с помощью того, что мы развиваем инфраструктуру, с помощью того, что мы продвигаем сами себя на рынке. Ну и помогайте, не забывайте помогать компании, приглашайте как можно больше партнеров. И, как говорится, будет нам всем счастье.